Скажите, а что вы получаете? Гуманитар. А что привезли? Я не знаю. Пайки какие-то, не знаю. Расскажите, как вы выживали? Как выживали? Страшно выживать. Сидели в подвалах. Били по городу, все твари, несмотря ни на что. Хорошо, мой дом. У нас частный дом, а мы сидели в пятиэтажке, у нас 10 человек было. Били так рядом, свекрухи, дом 15-й, попало 21 раз за 2 недели. Разбит дом уже начал и трескаться, и падать, и повыгорало там кучу квартир. Думали, что мы всегда надеялись, знали, что хлопцы наши прыгнут. Тяжело было. Но надежда умирает, говорят, последней. Как вы восприняли гуманитарную помощь? Как восприняли? Спасибо хлопцам, спасибо России. Они нам всегда были наши друзья и наши родные. Они это чувствовали. Украинцы кто помогали вам? Помогали, брали у них. А что нам оставалось делать гуманитарку? Что нам оставалось? Они еще и попрекали. Вот вам привезли БНДР, вы берете. Я им сказала, лучше бы у нас был город целый. Жили бы мы, зарабатывали деньги. И ваша гуманитарка 300 лет бы не нужна была. Мы сами себе что хотели, то и купили. Они говорили, в качестве кого они зашли в город? Освободители. Я говорю, освободили, наши дома побили, вы освободили. Они отрицали, что они били по городу. И кто когда? Если они сами стреляли, 19-го у нас праздник был крещение, они сразу сами попрятались. Ментовка уехала, все попрятались по бомбежищу. А мы по людям можно селячить со всех сторон. Перекрестили тогда вдоль и поперек город. Побили первый раз хорошо. А потом начали без конца бомбить день и ночь. Как они отступали? Как отступали? Отступали еще больше, добивали. Видите, я не выходила в город, как вышла. Сердце болит. Отсюда левее убить, левее убить. Расскажите, пожалуйста, у вас не получилось эвакуироваться, да, во время военной действий? Нет, мы решили просто не уезжать. Почему? Ну, мы здесь решили быть. Мы вы как бы подвергались опасности. Ну, хоть и опасно, и у нас квартира, стекол нет вообще, вылетало все на здесь. Ну, мы живем дома пока. Хотим выживать. Как вы воспринимаете гуманитарную помощь от ополчения? Положительно. Потому что магазины не работают, негде купить. Просто нам очень тяжело сейчас. Либо уже неделю нет. Ну, вообще вели здесь себя, украинцы. Как они везли? Видите, как там везли? Ну, стреляли очень. Пьяные по городу валят. Да, они пьяные были с водкой. С утра уже вот в этом магазине водки набирали пакеты и ходили пьяные. Они ели и свои автоматы теряли. Все они тут. Как они свое присутствие оправдывали здесь, в вашем городе? Они не смотрели, никак не оправдывали. Они сказали, мы вас защищаем здесь. От кого вы нас защищаете? Мы жили мирно, хорошо. Все, от кого вы защищаете? От своих братьев, которые здесь братья живут, ваши. А вы их защищать пришли убивать всех? Не дай бог таких. Пусть они в Киев идут, там с Порошенко разбираются, со всеми этими ихными. Мы на своей земле, мы никуда уезжать не собираемся, принципиально. Мы хотим, чтобы они уехали. Мы в своем городе. Умрем. А мы на своей земле испокон веков. Кругом по магазинам лазили, нигде ни за что не платили, товар набирали. Пораздолбали все магазины. Если бы вы видели, ни одного магазина живого нет. Повыносили все. У меня у бабушки там стреляли, на Уралах ездят, с миномета стреляют прицельно по домам. Разнесли весь микрорайон. Нету людей в домах. Вот это ехали, то на Урале, то на БТРе ехали, вот так вот стреляли подряд. Через один там раздолбали. Мы еще с ними перед этим разговаривали. И вот они когда сказали, была если мы будем уходить, мы вас разобьем. Да, они сказали, если нам кирдык, то и вам кирдык. Мы вам тут устроим, короче, но они нам устроили. Конечно, мы вас дождали. Мы рады, да, без памяти. Когда глянула, что у меня
флаг напротив моего дома висит. Мы тут плясали от радости, вообще кричали «Ура!» по все дела. Мы вообще ждали, уже ждали, дождаться не могли. Мы трое суток последние вообще никуда не выходили. Выйти нельзя было. Тут было такое, что просто такой фейерверк, что я думала, что нам, ну все, уже смерть. Все дома в округе побитые. Все. Я не знаю, как мы выжили. Нам крышу осколками подолбило. У меня квартира раздолбанная. У матери, моей матери 75 лет. Раздолбала дом, три раза град летал. Три раза, там жить негде. Вот сейчас сижу и думаю, сначала, потом 12 числа тетку парализовала здесь в бомбоубежище. Ищи лекарства, ни одна аптека не работает, не знаю, что делать. Это вообще шок. Такая, такая жесть. Нет. Что? Они, света нет, воды нет. Они пришли на церковь, света говорят, воды, а церковь тут еще целая, надо сюда бомбу, еще, говорит, и помочиться здесь, ну по-другому выразились. Церковь здесь взорвать надо. Вот так что они делают. Сколько они, три бомбы бросили на церковь. Электропередачи разбили, стояли танками, били высоковольтную линию, которая город подходит, чтобы света не было. Так раздолбали город вообще, это жесть, это же не зря так, это вообще. Взять вот это все. Извините меня, вот это собрать и прогнать по городу, хай они подлы посмотрят, что они тут натворили. Что в Киеве у них такое там было. Памятники не разрушали? Памятники разрушали? Да ты что хочешь, такое? Возле культуры заводского разрушен памятник Ленину. Возле заводской конторы. Так вот долбануло под памятник Ленина. Жалко, вот они.